О, привет! Здрасте. Это вообще на самом деле все запланировано. Хотел я зайти в кадр и показаться как долбоеб, и автофокус там просто охуевает, поэтому то темнее, то светлее. Я вообще не понятно нихуя с тем, что происходит. А еще ты, наверное, думаешь, какого хуя, да, собственно говоря, непонятно, почему это снимается на телефон, что со светом и вообще что происходит. Почему я пропал на столь долгое время, непонятно для тебя, куда же я все-таки делся и что со мной, собственно говоря, происходит. Со мной все происходит хорошо, у меня все нормально, я вот кушаю, пью чаечек, у меня все нормально. Вот. Вкусно, на самом деле очень вкусно. Так вот, дружище, помнишь, я тебе когда-то говорил, что если я уволюсь с работы, у меня будет очень много времени на создание контента. Помнишь? Я уволился с работы. Теперь я живу в другой квартире, которая отчасти будет моей студией. И здесь мы с тобой вместе будем генерить очень много контента. Прости, что пропал. Это получилось незапланированно. Все срослось именно так, как срастается у всех обычно. Нежданно-негаданно подвернулась возможность. И почему бы этой возможностью, собственно говоря, не воспользоваться? На самом деле, все не совсем так хорошо, как, например, может быть, видно, да? Например, у меня одни штаны на неделю, а возвращаться за другими я не поеду. Но все, тем не менее, тоже неплохо. Да, чай, по крайней мере, очень вкусный, даже несмотря на то, что с пакета. Так вот, ребята, кстати, Radio Study Wall, где? Я откопал коллаборацию Гуфаки с Блэкбурном. Собственно говоря, будем снимать его здесь. Вы увидите еще несколько воскресных миксов со старой кухни. Теперь некоторые видео будут выходить с этой. Но будет еще и другая локация. Ожидайте, мы настраиваемся. Простите, что вот так сумбурно. Я без камеры, у меня сломался ноутбук. Компьютер только едет, монитора пока что нет. И поэтому с тем, что есть, с тем и снимаю для вас видосик. Не теряйте меня. Напишите комментарий, скучали или нет. Я вас поздравляю всех с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством уже. Просто поздравляю вас всех, рад, что вы со мной, рад, что я даже ничего не делая собрал плюс 150 аудиторий, вы классные, раз вы пришли сюда, простите за это моргание, это, блядь, не я, это свет, простите. Вот, Инстаграм, будет только Инстаграм в закрепе, потому что там после этого видео, после того, как выйдет этот видос, в Инстаграме будет эфир, в котором я буду пытаться объяснять, что, собственно говоря, происходит, да? Пизду, пойду попью чай. Да, не боялся за кадр. И типа кто-то очень, блядь, грамотно выключил камеру.